Гости с замиранием наблюдают разрисованное цветными вспышками ночное небо и яркий восхитительный салют над башнями Бендерской крепости. Этот фейерверк как заключительная изюминка на празднике классической музыки. Скрипка, альт, виолончель, кларнет, контрабас, фортепиано и барабаны. Музыканты, как настоящие волшебники, извлекали из инструментов чарующие звуки известных мелодий. Джаз, классика, фольклорные произведения в академическом исполнении. Это был настоящий праздник для тех, кто ценит живое, волнующее исполнение творений великих композиторов. Национальный молодежный оркестр Молдовы приехал с турне «Лалаплай» в Бендерскую крепость уже во второй раз. Для экспедиции классической музыки это только середина их длительного концертного путешествия. Мы начинали экспедицию 13 числа, и вот так получилось, что мы снова встречаемся в уикенд, в воскресенье в Бендерской крепости. И суть, чтобы, ну, экспедиция, чтобы как бы, ну, промовировать классическую музыку в населенные пункты, туда, где она не, ну, не очень слушается. Будет очень красиво, если будет традиция, чтобы здесь намечались как можно больше концертов, потому что место великолепное, публика великолепна. Мы остались очень-очень довольны прошлым концертом и в прошлом году. Это было просто чудесно, как публика это все отреагировала и как люди очень-очень хотят увидеть такие концерты. Мы очень рады быть еще раз здесь. В этом году концертную программу открыл тромбонный квартет, благодаря которому гости сразу почувствовали атмосферное музыкальное настроение. Очень интересно, очень красиво, очень душевно, вообще очень приятно, такая спокойная атмосфера, очень вообще невообразимо. Впервые такой замечательный концерт. Мы очень редко вот, ну, как бы слышим такую музыку, так что все так великолепно. Очень-очень радужно, я даже мужу в Москву отсылаю все, чтобы он видел, чтобы очень красиво. Первый раз на концерте таком, очень зажигательно. Тут и Дебюсси были. Я очень много мелодий знаю, и за душу берет. Атмосфера очень интересная, подобрано место для такого мероприятия. Супер просто. Концерты классической музыки в рамках турне «Лалаплай» проходят в формате open air. 16 молодых музыкантов, журналистов, фотографов и режиссеров – это участники проекта, который организован при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН. Мы поддерживаем такого рода проекты, потому что, как вы видите, это прекрасная возможность людям собраться после работы вместе и получить удовольствие. Потому что у нас у всех есть работа, у нас есть проблемы, но тем не менее нам нужно встречаться вместе и восхищаться прекрасно. У нас есть проект вместе с нашими партнерами из Тирасполя, и мы надеемся, что этот фестиваль будет гораздо более многочисленным, и нам удастся организовать не только фестивали классической музыки, но также и фестивали поп-музыки, которые привлекут как можно больше гостей. Сегодня в Бендерской крепости продолжаются работы по созданию комфортных условий для туристов. Нам нужно все-таки максимально обеспечить удобство, то есть чтобы здесь были и на постоянной основе достойные 21 века и пункты питания, и проживания, гостиничный комплекс, ресторанно-гостиничный комплекс, он уже практически готов. Удобные подъезды, удобные парковки, то есть все те элементы инфраструктуры, которые нужно подтянуть, чтобы, а потом уже выходить на внешний рынок. И мы активно сотрудничаем со всеми представителями европейских посольств. И есть планы на 2019 год, довольно обширная финансовая поддержка будет.
Организаторы проекта «Лалаплай», кроме популяризации классической музыки, ставят перед собой цель раскрыть социальные аспекты – развитие волонтерства, миграция, национальные сокровища родных мест и другие не менее важные темы. Вчера были в Холеркане, продвигали gender equality, это как бы равенство между мужчиной и женщинами. После вчера мы были в Рошете, что в Флорешский район, мы там говорили о миграции. Очень-очень интересная тема. В Бельцах мы снова были, мы играли для людей с ограниченными возможностями, где-то для 150 бенефициаров. И так далее. И у нас еще будут разные темы. Но, конечно, крепость остается как такая, как вы сказали, изюминка этого проекта. В рамках турне «Лалаплай» прошло уже 8 концертов в разных красивейших местах. Завершится экспедиция классической музыки 26 августа в Белгород-Днестровской крепости. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.